Рыбакит, папа рисует. Друзья, привет, меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыбакит, и сегодня я рисую с динозавриком, вот с таким. Сейчас его будет хорошо видно, ты увидишь, и вместе с ним будем рисовать. Привет. Привет, я Рики, как вы? И мы-то хорошо, мы ждали тебя. Я давно хотел к вам прийти. А ты откуда? Я из мультика Дино Сити. Новый мультик? Новый клевый сериал. Мы вместе со моей сестрой Кирой играем там. Наверное, семейный? Да, там много друзей. Мама, папа. Нарисуй твоего папу. Да, папа-завр, он классный. Такой синий большой. Хорошо, сейчас будем рисовать папа-завра. Берем белый лист бумаги, коричневый или черный, или какой-то синий, темный мелок, восковой или масляный, и мы рисуем папа-завра. Его будет рисовать легко, и мы его нарисуем классно-классно. И раскрасим сегодня, соответственно. Он какой? Расскажи, Рики. Вот, знаешь, он похож на меня. Он весь квадратный, но только синий. Хорошо, мы нарисуем квадратного динозавра. Вот так мы рисуем полоску, теперь полоску вниз. Также полоску вниз, но не до конца. Это голова нашего папазавра. После этого он у нас широкий, большой довольно-таки, да? У него хвост есть, вот такой, и у него есть колючки. Вот у тебя, Вики, сколько колючек? У меня две только. Так, у тебя две, а у него четыре колючки сзади. Один, два, три. Четыре колючки мы нарисовали. У него есть ножище и глазище. Нарисуем глазки вот так вот. Глазик, 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 глазик. Два кружочка и две маленькие точки. Бровки у него очень большие, потому что он папа динозавр, да? Он улыбается. У него есть ножище, как я сказал, ножище. И ручище. Ручище. Ну, это относительно тебя, Рики, говорю. Да, я такой маленький, а он такой большой. И мне нравится, что он с нами любит играть. Это действительно так. Папа-завр всегда найдет время поиграть с ребятами. И всегда забывает, что он папа, а не маленький мальчик. И ему надо идти на работу. Но он часто проводит время с детьми. Вот такой у нас папа-завр. Ему пузико нарисуем, а дальше его раскрасим. Каким цветом, подсказывай? Я думаю, нужно взять голубой цвет. Он у нас такой весь голубой. Ну и красивый, в полосочку. Давай так и сделаем. Возьмем голубой цвет и закрасим нашего папа-завра. Голубым цветом. Я крашу его акварельной краской. Если у тебя есть гуашь, то тоже и гуашь можешь раскрашить. Только чуть старайся аккуратнее, чтобы она не заходила за края. И я думаю, уже у тебя будет здорово. Закрашиваем ровным слоем. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Так, и еще хвостик. Закрашивать очень легко красками, потому что кисточка все делает за тебя. У тебя получается здорово. А пузика какого? А пузика хи-хи-хи, светло-голубого. Хорошо, пузика светло-голубого. Это значит, мы помазали голубым цветом и размыли водой. И у нас получилось светлое пузико. А вот расскажи, Рики, какого цвета у него колючки, ты помнишь? Конечно, ты еще спрашиваешь. У него синие колючки. Хорошо, у нас есть синий цвет, мы возьмем его. Синий цвет, посинее цвет, наверное, темненький, как у настоящего папы. И закрасим колючки. Колючки маленькие, их надо стараться аккуратно очень закрасить, чтобы не разводить грязь, а сделать очень-очень ярко. Да? Да, хорошо, а у тебя получилось. Еще вот, пожалуйста, полосочки. Да, у нашего папы динозавра, папа-завра, есть полосочки. Их довольно сложно будет сделать, но я думаю, с мальчиками и с девочками получится. Вот несколько полосочек вдоль, поперек тела, вот так сначала. Сначала вот в эту сторону. Вот так вот. Это мы темно-синим рисуем, да? Тоненькой кисточкой. А после этого мы вот такие полосочки. И у нас получится, как будто мы тетрадку рисуем школьную. Вот такой динозаврик. Хе-хей, веселый. Хе-хе-хе. Получился. Так давай еще что-то вокруг него нарисуем. Конечно же, сейчас мы нарисуем ему землю. А знаешь, он у тебя путешествует? О, мы очень любим путешествовать. И вот мне хотелось бы что-нибудь попутешествовать. Давай так и сделаем. Он у нас будет в большой пустыне или же даже в Египте. Знаешь, там что есть? Да, знаю, там пирамиды есть. Пирамиды, нарисуем две пирамиды. Большие египетские пирамиды. Треугольнички, их очень легко рисовать, но они хорошо выглядят. Одна пирамида, а тут вторая маленькая. Также можно добавить чуть-чуть оранжевого точек, чтобы показать, что рядышком песок с нашим папой. Хе-хе, папа-завр. Папа-завр, конечно же. И яркое желтое солнце, которое палит и даже делает очень жарко нашему папу, папа-завр. И даже небо у него тоже желтое небо.
Это было прикольно. Рисовать с тобой, Рики. Да, мне бы хотелось еще что-нибудь нарисовать. Обязательно. Мы сейчас целый у нас такая целый урок рисования. О, а можно рисовать машинку? Конечно. Через 5 минут, ребят, мы будем рисовать и машинку тоже. И машинку, и мороженое. Твоя сестра Тира попросила. Ой, хорошо. Пойду ей расскажу, как мы вместе нарисовали. Не уходи. Начало с ребятами пообщайся. Ребята, пока. Рисуйте с нами. Смотрите наш мультик. Мультик называется DinoCity. Заходите, смотрите. Я думаю, рядышком на Ютубе можете найти. А так, ребят, если вам нравится Рыбакит канал, то подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на телеграм-канал тоже с нами. У нас везде есть такие развлекулки, и мы вместе играем и рисуем. Вот меня сделали. Да, вот его сделали.